Троицком районе Челябинской области прошла выставка «День поля-2017». В поселке Корсы собрались представители агропромышленного комплекса из разных уголков страны и ближнего зарубежья. На выставку были приглашены аграрии со всего округа, а также из Московской, Нижегородской, Кировской, Ростовской и Оренбургской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Республики Казахстан. Юргу на выставке представили сотрудники научно-образовательного центра